Мы решили свести наших хомяков, чтобы мы обменяли потом их на маленького белого хомячка. Привет, вы на нашем канале. И сегодня мы будем наших хомяков сводить. Для того, чтобы получить потом взрослого хомяка. Сначала маленьких. А потом поменять их на взрослого хомяка, белого окраса. Да, мы очень хотим. И сейчас мы будем снимать реакцию. Посмотрим, захочет ли наша мышка подружиться с нашим кабанчиком. Смотрите, как это. Да, реакция мышки нашей вполне предсказуема. Будет грызть и... Сейчас она его унюхает. Она еще что говорит? Вот, все, успокоилась. Да недолго будет. Саша, отойди подальше. Не откроем и запустим его. Надеюсь, не поубивают друг друга. Хотя? Так, на выход. На выход. Кабанчик. Бедная эта мушка загналась в домик. Не, ну он так приличный мальчик. Он не будет ее сюда бить. Зато мышка у нас нападает. Да, процедура, конечно, у них. Начинает грызть бумажку. Что, кабанчик, что будем делать? Бедная эта мышка загналась туда. Давай, раз, включим. Так, на нейтральной территории мы решили их свести. А здесь дырочка есть. Мы не учли этот момент. Иди туда. Мышка не хочет. Что вообще такое? Снимай, Саша. Я снимаю. Что это такое? Нажми на паузу, Саша. Мышка назад. Ой! Тут столько кашек. Иди. А, что это сейчас было? Саша, открой. Что я все убегаю? Все. Тишина. Нажми на паузу. Не выбежай. И что выглядел? Вот, ты еще кушает какашки. Саша, снимай молча. Так, бежать некуда. Ругаться больше сил нету. Мышка просто от него вдали держится. Успокоились, поругались. А, еще нет, еще не все. Мишка, иди к мужу. Так поешь, Сим. Ты
что вот он тебе ничего не делает плохого. А ты его абсолютно. Ты вот убегаешь от меня. Извини, куда? Прыгай, кнопку. Это мышка делала все. Так, мы и закрываем чуть-чуть, пусть я разбираюсь. Нажимай на пол. Мы оставим их на некоторое время, и потом мы посмотрим, что... будет ли мышка беременна. Всем пока! Вы были на моем канале Хомяк Инфо. Ставьте лайки и подписывайтесь.